Всем привет, всем салам алейкум, всем здрасте, ребята, вы на канале у кого? У Газана. Лучше в обушке быть, да? Типа в обушке я такой, типа с панамой, со всеми делами. У тебя есть панама? Нет. У тебя есть панама? Нет. У меня тоже нет панамы. Что делать? Короче, ребят, у нас нет панамы. Сейчас мы, ребята, заедем в дорогой магазин купить панаму, образ. И погнали. И мы приехали в один из самых дорогих магазинов этого города. Смешные цены. Сейчас будем угорать от цен. Пахнет. Пахнет мощно. Пахнет деньгами. И а где панамы? А у вас панамки есть, панамка? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Панамы есть у вас? Это панам? Мы так, для Ютуба. Нет, панаму нет. Панаму нет? Это нельзя снимать. А, нельзя? Ладно, да. Убери, брат. Панаму надо, да? Панам. Вот панама теперь есть. А, есть? Все равно нельзя. А, все хорошо. Короче, мы взяли панаму вот такую, ребят. Мощь. Вот так она будет выглядеть. Вот. Либо, короче, мы взяли еще кепку UFC за 250 рублей, поэтому... Либо, короче, кепка, вот такая. По-моему, это максимально ужасно, не? Короче, сейчас что-нибудь выберем. Все, Макдональдс, пойдем похаваем, по-братски. Пойдем. Все, обрубай сейчас. Сегодня мы будем делать трек за сколько? За 5 минут? Ладно, не за 5, ну 5-10 минут, короче. Примерно минут 20, примерно минут 30, а? Ну, часа два. Да не, давай постараемся сейчас сделать очень быстро. Минут за 20, короче. Сейчас будем делать трек. Что-нибудь вот в нашем стиле такого. Чё вы, ей? Это с нами Денис. Денис, улетай. Дайте шума все. Короче, сейчас мы будем делать коленный рэп прямо на ваших глазах. Начнем с кривой бочки. Поехали. Прямой. А, с прямой. Давай ее тоже, брат. Погнали. Не очень. Не очень. Ну-ка. Вот это хорошая. Такая глухая, да? Ну да. Ну-ка, давай ее вставляем. Вот, вот это хорошая. Ага. Come on. Вот это мне нравится. Нужен клэп какой-нибудь. Клэп. Клэп нам нужен. Клэп это вот это. Да. Клэппинг. Клэппинг. Где у нас клэппинг? Вот это хорошая. Йоу, вот это мне нравится. Давай ее сразу вставляй. Что нам еще нужно для этого? Бочка есть, клэп есть. Для хита нам что нужен еще? Нам бас нужен. И, конечно же, нам для хита нужен бас. Какой, что-нибудь такое жирненькое, не? Да, сейчас. Такая мясистая, мясистый бас нам нужен, брат. Прям вот бас. Контрабас. Блин, что по шуткам? Нормально. Вот это неплохой, кстати. Ну-ка. Сразу нашел. Сразу нашел. Выстрой. Сейчас мы будем выстраивать, короче, картину из баса. Вот она! Нормально, Денис сразу накидал. Нам, брат, знаешь, что нужно? Нам мелодия нужна какая-нибудь восточная. О, подожди, ну-ка. Нет, слишком жестко. Не, восточная нужна, брат. Эй, хорошо! Вот это мне нравится. Давай ее забираем сходу, ребята, чтобы вы понимали. У нас времени ограничено. Мы соберем все вот это вот в кашу-малашу и послушаем с этой мелодией, как это будет звучать. Погнали! Ой, хорошо! Прям вот то, что надо, забираем! Теперь смотри, все, короче, это будет, бро, у нас как дроп. Короче, сейчас мы взяли за референс песню «За рулем суетула». Я всегда Денису говорю, бро, сделай куплет. И он такой, хорошо. И он там что-то накидал, и получился куплет. Вот это мне нравится. Это что? Это драмка. Драмка? О, хорошо. Вот эту драмку тоже забираем. Та-да-ба-да-бум-бум. Shake bop body. Standing on the gumbo. Digi-dip body. Эй! Дроп есть? Куплетики есть? Ну да.
Да, все. Надо быстро записывать. Надо быстро записывать. Нам нужен текст, что? Текст написать. Текст. Давай, пиши. Самое сложное — это текст и мотив. Короче, сначала надо мотив, наверное, придумать. Не, мотив потом придумаем, да? Или сразу. Давай сходу мотив запишем. Давай. Да, нам нужен мотив. Ну что, погнали в будку. Вот тут у нас будка. Просто встаем. Ребят, у нас, у музыкантов, есть понятие, как птичий язык. Ну, я не знаю, у всех есть или нет. Мы просто, короче, воем и там... Короче, делаем вот такие штуки. И потом из этого выбираем самое удачное и накладываем под этот текст. Просто мне так удобно писать. Я не знаю, многие пишут сначала текст, потом делают бит и все остальное. Мы сделали бит очень быстро. Сейчас мы, короче, напоем на птичьем языке. Прямо на ваших глазах. Погнали. Бит уже есть, мы чуть-чуть. Эй, дай дба. Шлей тай падам. Чиги дай бари. Шлей папаре. Давай послушаем, что получилось. Хорошо. Можно прям так оставлять, ребят. Эй, хорошо. Блин, бит, по-моему, прям удачный, не? Да. Прям очень хорошо. Короче, ребят, погнали писать под этот текст. Ну что, поехали. Что там по наброскам? Пишем, 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 пишем. Сейчас, давай я Полине позвоню, она поможет. Алло, привет! Привет! Слушай, я, короче, на студии делаю мотив. Вот, я тебе сейчас, ну, делаю песню. Я тебе сейчас мотив скину, попробуй накидать что-нибудь. Хорошо. Все, давай. Текст. Летит черный джип. За рулем опасный тип. Пока город спит, его жизнь дымит. Жизнь? Может, лайф? Жизнь дымит? Его лайф дымит. Ну, типа жизнь. Жизнь, лайф. Да, его лайф дымит, да. Все? Это мой выбор, больше никаких игр. Я заряжаю калибр. Чё за лев, это тигр? Нормально. Слишком банально, да нет? Да нет, подводит-то нормально, мне кажется. Не, хорошо. Под дроп, там же как раз дроп. Ну, типа, ну, чё да? За лев, это последний тигр? Последний раз, да, прям да. Хорошо. И потом дроп, понял? Да? Ну, давай попробуем. Мы же должны успеть, да? За сколько? За 10 минут. Летит черный джип. За рулем опасный тип, пока город спит. Его life the mid, он нелегал. При виде него встает генерал. Чё за лев этот тигр? Чё за лев этот тигр? Да, хорошо. Все, кайф. Короче, ребята, вот так вот у нас запись прошла. Песенки. Идем дальше. Ну чё, ребята? Вот она. За рулем опасности. Хорошо. Тут нужно аэрбэк тигр. Вот там, где я говорю, я заряжаю калибр, там нужно шик-шик. Да, вот это типа перезаряд. А, да, выстрел. В интернете, честно. А? Ну выстрел. Типа шик-шик. Чё за лев этот тигр? Бам! И там без выстрел. Выстрела, или? Нет, выстрел, выстрел, да. Выстрел, да. Короче, нужно, знаешь, что сделать? Останови. Вначале создать атмосферу типа этого. Полицейский, короче, город, суета, вот это вся. Сейчас. Давай поищем. А, типа звук мегаполиса? Да. Во-во-во-во-во, вот это забирай. Вот это? Да. Летит черный джип. А. Да, забираем. А, да. Хорошо. Типа за ним кто-то летит. Давай звук тигра. Вот это, блядь, звук льва или тигра, как он там? Иди, звук тигра. Вот этого животного. Животного, вот этого, тигра. Не-не-не. О, вот это хороший был. Нет? Ну, да, да, давай, он прям то, что надо. Да, это хороший. Лучше, да, лучше. Давай это его разбираем. Нормально? Нормально. А, вот эту штуку. Чик-чик. Вон, вон заряжают уже. Давайте сделаем из этого трек. Из этого трека, ребята, там сверлят. Давайте из этого сделаем трек. О, нормально, прям нормально. Что надо. И выстрел. И там в конце, типа, что за лев этот? Тигр, пау. И там выстрел. Короче, мы сейчас найдем звук выстрела. Ну что, ребята, мы сделали. У нас прошло всего лишь 27 минут. Сейчас мы последние штришки сделаем. Трек за полчаса сделали. Вот, поэтому сейчас будем слушать. Оценивайте и говорите, как он вам. Ну чё, поехали. Врубай
Рубай шарманку, братишка! Хорошо! Начало уже многообещающее! Летит черный джип. Пошел! За рулем опасности. Тига! Пока город спит. Его лайф тупит. Он нелегал. Купит и не повстает генерал. Взгляд, как кристалл. Айса нет, но он блистал. Мега. Это мой выбор. Больше никаких игр. Я заряжаю калибр. Чё за лев этот тигр? Эй, по-моему, это нормально, не шарманка? Да. Хорошо. Ребята, как вам? Как вам? Всего лишь за 30 минут мы сделали песню... За 27. 27 минут. Чё за лев это тигр? Ребята, ну как минимум это заслуживает лайка, и как минимум это заслуживает подписки, как минимум это заслуживает того, чтобы вы зашли, уже послушали эту песню. Ребят, ну чё, спасибо всем, кто был сегодня с нами, а с вами кто? Газан, чё за лев этот тигр? Погнали!